Итак, друзья мои, продолжаем. Вот моя имприматура высохла. Пока имприматура подсыхала, я написал акварельную живопись. Вот можете посмотреть, я уже про это готовлю видео. Скоро я его выложу. К тому моменту, когда будете смотреть это видео, видео про акварельную живопись уже будет на канале. Я вот еще раз аккуратно прохожу по периметру, чтобы, если вдруг скотч немного отошел, чтобы он хорошо приклеился. И заодно стираю лишнюю краску, чтобы не отвлекало. Так вот, прохожу по периметру, чтобы опять лучше проклеить. В общем, я остановился на вечернем пейзаже озера, поэтому я разделю в первую очередь горизонт, проведу по верхней части, разделю на три части мой холст, у меня будет горизонт проходить вот по этой части. Не чертит, но меня видно. Не видно. Здесь будет у меня нижняя третья часть. Может быть чуть-чуть пониже. Это будет у меня берег. Сделаем третью часть. Вот здесь у меня будет берег. Вот в этом месте я расположу костер. По вертикали на третьей части, или опять же, как и на три части по вертикали. И в этом месте у меня будет греть костер. Здесь я изображу, значит, горы, дальние горы. Вот композиция примерно у меня будет состоять вот в таком виде. Правда, вам сейчас не видно, но когда я сделаю подмалевок, вам будет все ясно. Думаю работать мастихином, большим мастихином. Наносить краску, текстурно буду наносить краску. И в основном мастихином. Преимущество мастихина в чем? Здесь краски наносятся совершенно чистые, яркие. Грязного цвета не получается при мастихине. А когда мы пишем кистью, иногда получается, обычно даже, если не осторожно писать, то грязный цвет, он получается больше при работе с кистями. А когда работаешь с мастихинами, то грязного цвета почти не бывает. Поэтому у меня вот есть большой мастихин, маленький мастихин и небольшой мастихин. Но есть у меня и другие мастихины, у меня их очень много. Наверное, когда буду писать костер, буду пользоваться этим мастихином. Или этим мастихином. Вот мои мастихины, с которыми я хочу работать на этом холсте при создании картины вечернего пейзажа озера, костер озера, как говорится, на закате.